Всем привет! Законная охота как бы уже закончилась, к сожалению. Я с вами даже не успел поздороваться. Что-то как бы сегодня два длинных загона. Загончики все время были вне слухового действия, досягаемости, скорее всего. Так что там, где я стоял сегодня, движухи не было. В первом загоне один человек отличился, взял из карабина пули, сразу две косули. Вообще песня. Вот сейчас опять был длинный загон, там 2 по 800. Я вообще голоса не слышал загонщиков. Это на краем поля прошли, но дело все выполнили, выгнали лося, лося взяли. Где-то фиг знает где, в чигирях. Вот, ну идти посмотреть, показать, к сожалению, очень далеко. А так как бы, ну, охота стоялась, вполне результативная, просто на камеру ничего не прибежало. Погода хорошая, прогулялись, сильно не бейте, как говорится, что есть, то есть. К сожалению, ну, как говорится, все еще впереди, еще у нас почти что 2 месяца охот, чуть меньше, еще снежочек бы повыпал, надеюсь, будет, никак в прошлом году вообще снега не было. Ладно, как говорится, до скорых.